Всем привет! Баклажаны нарезаем на длинные полоски. В миску наливаем растительное масло, солим, перчим, добавляем приправы. Перемешиваем. Приготовленной смесью смазываем баклажаны. Обмакиваем с двух сторон в сухарях и выкладываем на противень. Отправляем в духовку 180 градусов на 15 минут. Для начинки нам потребуется плавленый или творожный сыр, укроп, чеснок, кинза. Перемешиваем. Баклажанам даем время остыть. Берем полоску. Смазываем приготовленным соусом. И выкладываем обжаренные грибочки с лучком. Закручиваем в рулетик. Фиксируем шпажкой с помидоркой черри. И наша аппетитная, сочная и очень вкусная закуска готова. Рекомендую попробовать сделать. Всем удачи!